Танцевать более профессионально учили в минувшую субботу руководителей и хореографов сельских домов культуры, школ дополнительного образования и ребят. Мастер-класс в Искитимском районе дала руководитель Большого Бердского коллектива Эльвира Гончарова со своими воспитанниками. Эльвира Гончарова давно сотрудничает с Центром развития культуры Искитимского района. Она постоянный член жюри районного конкурса «Твой шанс». Ее, как опытного руководителя большого известного коллектива, было решено привлечь для повышения мастерства наших культработников. Увидели, что есть необходимость все-таки поучить, показать, как это делают профессионалы, научиться чему-то новому, кому-то, может быть, освежить какие-то свои знания. И время же не стоит на месте, да, то есть что-то взять современное. Естественно, поэтому вот родилось такое предложение провести мастер-класс. Бердский хореограф вместе со своим коллективом часто гастролируют по России и за рубежом. Они сами постоянно участвуют в мастер-классах и готовы делиться накопленным опытом. Хочу сделать акцент на русском танце, дроби, что его наполняет, собственно, русский танец. Да? Если это мужская хореография, это удаль, да? Открытость. Различные присядки, хлопушки, разножки, трюковые элементы. А что касается девочек, это дроби, вращения, вот, различные русские элементы. В планах обеих сторон продолжать сотрудничество. Следующий мастер-класс берчане готовы организовать на своей территории. Они проведут открытый урок.